Делаю начинку для салата Рафаэлла. 150 граммов твердого сыра я потерла на мелкой терке. Вот 3 зубочка чеснока добавила. Добавила чесночок. Добавляю майонез. Две чайные ложечки. И все это перемешиваю. Начинка для Рафаэллы готова. Основная часть салата у меня будет состоять из куриной грудки. Я ее отварила в подсоленной воде 30 минут. И вареных яиц. И майонеза, конечно. Грудку куриную я мелко нарезала. Яйца натерла на мелкой терке. Теперь все это нужно перемешать. И добавить майонез. Майонез добавляю, поэтому соль не добавляю. С майонезом и так будет соленая. И перемешиваю. Я сделала такие заготовочки для Рафаэлла. У меня получилось 17 штук. 17 крупных шариков и 17 сырных шариков. Сначала такой. Распределяю его. Кладу в серединку сырный шарик и закрываю. Чтобы не было видно сыра. Все, такая Рафаэлка у меня получилась. Закатала сырный шарик внутрь. Берем кокосовую стружку и обваливаем ей свою Рафаэлку. Вот такая Рафаэлка получилась. Все остальные шарики делаю так же. Посмотрите, как эффектно смотрятся Рафаэлки. Как настоящие Рафаэлла конфеты. Очень интересная закусочка получилась. Закуска, салат. Простые ингредиенты. Очень красиво. Для праздничного стола. Какой замечательный салат. Вот я хотела попробовать на шпажке, как он будет держаться. Видите, можно и на шпажках их делать. Попробовала одну Рафаэлку, очень-очень вкусно.